Задача 27674. Точки О, А, Б, С являются вершинами параллелограмма. Найдите ординату точки С. По свойству противоположные стороны параллелограмма равны. То есть ОС равно АБ и равно. Как найти АБ? Покажем ординаты вершин А и Б. Тогда ордината точки Б равна 2. И ордината точки А равна 8. Это значит, чтобы найти АБ, нужно найти длину вот этого отрезочка. И это значит, что нужно от 8, то есть от большого отрезка, от 8, вычесть маленький, вычесть 2. То есть получается, для нахождения отрезка АБ необходимо от ординаты точки А вычесть ординату точки Б. Подставляем. YA равно 8, вычитаем 2, получаем 6. То есть длина отрезка AB равна 6. Это значит, что длина отрезка OC также равна 6. Отсюда следует, что точка C имеет координату 6. Ответ. Пишем ответ. Ответ. Вот здесь можно написать, что Y точки C равно 6. Ответ 6. Задача решена.